детской школе искусств имени Мравинского открылся 10-й международный юношеский конкурс. Он будет проходить в течение недели по двум номинациям – для виолончелистов и скрипачей с альтистами. Международный юношеский конкурс имени Мравинского зародился ровно 20 лет назад. Все номинации и состязания непосредственно связаны с симфоническим оркестром. В состав жюри входят не только ведущие музыканты России, но и зарубежных стран. По результатам отборочного прослушивания более чем из сотни молодых музыкантов к конкурсу были допущены всего 60. Возраст участников от 11 до 21 года. Все они представляют специализированные учебные заведения разных частей света – от Испании до Южной Кореи и от Сибири до Крыма. Чем больше я играю на таких конкурсах, тем больше я волнуюсь, набираю опыта, растет профессионализм. На открытии выступили всемирно известный виолончелист Марти Роуси и исполняющий обязанности ректора Петербургской консерватории Алексей Васильев. Уровень, он напрямую, на мой взгляд, связан с программными требованиями, которые заданы на этом конкурсе. Планка очень высока. Торжественное закрытие музыкального состязания и концерт лауреатов состоится 14 ноября в Большом зале филармонии имени Шостаковича.